этом, как его, в паузах между этот, когда не прокать слэм. И этот жук. Что я слежу сам, как этот стакает дурачок, и он не стакает, как он говорит. Ты че убил, куда убили? Мы убили. О, ты назвал дурачка человек. Да, никчема. Будем с комбатом бить. Да не, сейчас я буду. Вот афоги моб. Ну видишь, ты резидента сам провоцируешь. Пишешь. Все, все, все изначально далеко не так начиналось. Ну типа, не я провоцировал все это. Какая разница, ты же тоже начинаешь. А че мне молчать, лол, если там. Произпал. Есть простой способ. Не знаю, я бы просто сказал, типа, дурачки, идите нахуй, я не буду стакать расхол. Не вступал бы в полемику с кучей оскорблений и так далее. Не знаю, что-то я подгорел, вот, когда Animal что-то в РК сказал, я уже все там. Я воспринял его голос, да. Ну, да. Я прям вот Мимирона почухал, как он пожарного попытается сделать, а у него не получается, и, короче, я взгрелся. Интересно. Вообще, я всегда его стакаю, даже если один мне по барабану. Так, Джулиан, ты готов бить босса? Какая охуенно печальная история прозвучала. Фотон, ты тут? Просыпайся. Сворачивай ВК, Resident Evil 2. Ты тут, Фотон? Чё, рыба есть там чё-нибудь? Фотон. Воу, Фотон. Да. Ты тут, Фотон? Да-да, я же подтвердил, тоже сижу. Ну да, иди пей столик, Вэй. Говорим резидента, если ты умрёшь. Не за то, но это будет. Подожди, диван. Так, всё, агро набрали? Спасибо за бот, спросить, чтобы хорошенько на пуле или на БДК именно слово сказать хорошенько, тогда никто не сорвет. Да нет, хорошенько боб пацаны кидают, умеют кидать, практикуют. Чиба. Друзья, я не мало. Ну это Войт или Триси. Кто будет? Это Триси. Меня помнит. Наверное. 82, 81. Играйте все в 80. Давай, рост. Сразу рост. Все, играем. Отбежали милики, отбежали милики. Вот череп не сбегаемся. Молодцы, это вайп. Давай, играйте в звезду. Так, поюги на отхил. Поюги на отхил, сбегайтесь в череп. Звезду. Это вайп, падаем. Да не стопанули. Ну вот, яркий пример того, что вы нихуя не можете без РЛа. Просто нихуя. Это еще откуда? Полезные куски чего-то там. 83%. Ну, просто за... Я не посмотрел на проценты. Не сказал ли стоп? Поэтому я продолжал бить. РЛ не сказал. Ну, как-то так я вас вижу в этой ситуации. Говорил, не говорил. Ничего не кидал никому, не кидал. Не кидал? Теперь я кидал, что вы, блядь. Да не, я стопнул по профу на 84. Ну, давайте ресайтесь быстрее, побежали. Всегда улыбала. Предложение там Ирел не сказал. Какие-то зомбари, что ли? Можешь, у всех должен быть ДБМ. Инстинкт самосохранения. Это. Видите, что 84% босс уже
кастует слизня. Наверное, надо стопнуть дамаг. Триси, не кидай боб больше. Да я не буду больше кидать. Не будешь больше кидать, да? Не буду. Будет. Ты Джейми сказал, что Джейми за такое ГП давал на сурке в адептах. И за такой стрейда кикал нахуй. Какой кикали? Ой, за такое Марата кикал стрейда. Да, помню, как Марат... Ой, не Марат, Войт кинул ГП Альберану. Я кстати, уже забыл про эту ситуацию, я не помню. Там, короче, то ли был вайп, то ли нет. Короче... Может, не на сурке дали. Ну, на простом целке, 25 гер. Я говорю, ну, не корабли убили, я говорю, все бьют трэш, даже кот, и что-то... Ну не в этом смысл, ты кинул ГП коту, который не бьет трэш. Вопрос, почему я тебе не кинул ГП? Почему я... Не, это был кот. Почему я тебе не кинул ГП коту? Ты был котом, не бил трэш. Потому что маг энергии. Я же не дал там 10к, не знал. И если бы я, допустим, бил трэш, я бы его, ну хуй знает, я бы у него, ну даже 100 тысяч не набил, вообще никак. А Альберан, что, набил бы 200 тысяч? То есть, типа, как говорить сегодня в Гере, там, РДД бейте, а там Рога Кот нет. Ну, например, Рогой намного проще трэш бить, чем тем же демоном. Ставьте шкаф. Там трэши пробовал, хуй знает. Сова. Просто ты вот не ставишь себя на место других людей. Пытаешься это делать. Да, ситуация совсем к анбафу не относится вообще никак, потому что там, ну, было сказано, наверное, заранее. И это все слышали в РК. А здесь никто это ничего не отдавал. Здесь то же самое было на анбафе. Бьем трэш. Ну, бьем трэш, я как бы думал, не кот, хули кот, блядь, должен бить трэш. Ну вот Алдеран тоже думал, хули кот должен бить, это же кот. Энергии мало, как ты сам говоришь. Энергии мало, как в трэш дать ДПС. По-другому было. Просто сказали. Казали. Мы не спорим. Чекаем на баф вообще-то. Все готовы, пей столик. По ходу дела просто говорим уже. Давайте стопы на 86%. 96, блядь. То вы заставляете меня смотреть на эту планку. 93. 92. Топайте по боссу. Я тем временем побью. И быть в топе. 86, 85. Идем. Надо, можешь отводить профа детектор на миликов. Это надо. Смотрите, что делает Бернигар. Переводим профа. Бернигар, надо бить слизни, а не отбегать от него как РДД, а потом сбегаться. В следующий раз я кину тебе ГП. Давайте на ком зеленый, добав к столу, отходим. Еще раз увижу, будет ГП. Так, милики, бьем зеленого в спину, чтобы вы отлетели в комнату. Все, отбежали в центр комнаты. Звездочку. Почти. Таргет, красный. Жались опять в центр. Ну, это называется сойдет. Ретаргета не было, повезло. Почти было там. Оставался один тур.
атаковать. Красного играю. А нет. Остановите звезды. Пельмени. А, давайте в слизни. Видно. Милики плохо, не добивайте зеленого. Если передать. Центр до перехода. Топаем по бу. По боссу так это там это в красном все о сейчас будет колба готов блин товарные пельмени. Давайте на ком звук летает от зеленого в центре. Где? Жали звездочку. Цели красного скоро. Или сум. На цели красного. Отбежали от красного. Боб на лысый пенек. Лысый пенек. Боб, молодец, паладин. Лысый пенек, молодец, далеко отбежал. Он... Кто-то рядом стоял. Вижу. Бьете так. Можно забрать. Бога. Давайте. Так, смотрим ДПС 3 с резиденса. Еще войду посмотрите. Не, не хочу на этот смотреть. Смотрим. Ну, давайте. А нет, РЛ только походу может. Похальник. Поворот. Отпустили, блядь, за эту хуйню. Да я пахал. Кто? Ты кто? Мне кажется, ты кинул такой режим. Вот он, ты здесь? Да. Зачем ты запустил эпохальный режим совета? Ну, так, так никто не мог запустить, я запустил. Ну так а зачем ты это сделал, если мы не идем на эпохальный режим? Будет ответ?
Что не понимаю. Ну, повороте. Ответ будет. Ну... Чем ты запускаешь эпохальный режим пол первого ночи? Вообще первый раз вижу. Давай попробуем. Ну, если ты первый раз видишь это, зачем нажимать что-то, разговаривать? Всего будут активны два босса сразу. Надо походить по тренингу. Глянь, не все плохо. Что не было так смешно, но хочет раз фотона кикнуть, накинуть ему ДП и распустить трейд. Что этот режим дает? Там внизу вкусняшки. Кажется, два босса объединяются, если я не ошибаюсь. О, три танка надо, обязательно людей, которые вот с Гринджусом гадать. Киньте в РК ссылку на эти правила там. Нету там правил, там не писали ничего больше. Условия какие-то есть? Нету там условий. Нет, написано. ДБМ по так, ДБМ не работает, да, по эпохалке? Короче, они не писали подробности в этот раз. Типа, хуй знает, куда мы пришли. Вот это вот, залупа будет каждый в течение боя бить, да, вот по 4% хп. Постоянно, да? Это только на совет или на весь квартал? На лича. Да лича будет. Да это пиздец. Это будешь на офе играть, он тебе на оф пролетит лицо. Успехните, по-моему, сейчас комбо контролит или нет? А, Олег, а если... Олега не слышно. Если я думаю, что делать... Гостин, друг. Да. Трися, контролишь квадрат, резиденты с кружок. Ну я давал. Молодцы. Там с буревечем или с чем били. Надо пятого хила. Ну классно, у нас классные хилы, фога. А подожди, а можно я пристом пойду? Я же хотел пристом зайти. Давай я похилю, у меня хули прист. Не надо, не тереть. Надо топовый ДЦ. Я сейчас смотрю, вообще не похиливаю 4 хила, чем они занимаются. Бога восстановления, косует. Обои не вешается? Потому что он крышнил. Что-то есть места, нет? Сейчас вместо поворотик пойдешь, наверное. Не понял. Так, кружок. Дента, Стрися, звезда, череп, какой-нибудь прист. Не тройте. Если что, на канале уже позадаете. О, молодцы, согрели еще трэш каким-то образом. Сакура, давай, давайте. Рассуждай. Гнев небес, играйте в метки. Джен, хочешь посмотреть на реальный режим? Олег, а если вайп, оно скинет этот режим или нет? Скинет. Останемся здесь целый час, а сейчас я здесь не буду сидеть. Поэтому я распущу рейд, а все ребята поблагодарят тебя за то, что ты... Скажет мне спасибо. ЕП не будет. Чем ЕП? Да дурачиться приходит. Да не дурачиться, я первый раз это увидел. Так я первый раз увидел его целка за сколько лет. Хотя бы надо спросить, а ребята, а что такое вот это? А вы орете, вы не можете его запустить, не можете запустить. Думаю, я запущу. Не надо на слово. Не хватит смелости у вас, хватит у меня.
Кто-то запустил, это, записывал запись, где задал повороте вопросы. Пол первого ночи, зачем запускать пахальный режим? Да, хорошая запись бы вышла. Давайте, чё, кушайте рыбу. Так. Какие тут неожиданности на этом боссе? Вихрь бьет сильнее, поэтому нам надо соблюдать постоянно дистанцию друг от друга. ДЦ, надежда на ДЦ. Три танка здесь должно быть, да? Тут два активных босса, пакты кидаются и лужи как на лане. Господи, может... Ладно, давай пару траев посмотрим. Звездочка. Звездочку держишь. Моровин, тщеславие, кружок. Квадрат. Вэй. Что значит два активных босса? Ты имеешь в виду, да, они двоих можно сразу кливать даже. Или можно их одновременно сливать? Одновременно можно сливать. И в чем смысл этого, если ХП у них то, одинаково? Что Ланарка стоит вихрь, а Талдарамка стоит сверх одновременно. Это пиздец, короче. Да, ренджу соблюдать и выбегать, это не шот. Ладно, тогда я предлагаю слить первого Талдарама, потому что милликов не ваншотает от вихря. РДД могут набрать спокойно дистанцию и летят. У них общая ХП, я у нас идёшь первым, они одновременно убирают. Короче, смотри, тщеславие, танчи звездочку там же, где она стоит, можешь только спустить ее назад. Моровин, ты будешь танчить Валанара позади Талдарама. Хорошо? Будем сливать звездочку. Смотрим, что будет. Ауру какой-то ретрик огня поставьте. Так, славя звездочку, кружок Моровинт. КП у них будет меняться вообще? Сейчас увидим. Ну, два из трех, по идее, должны быть активных. То есть, если будет Талдарам... О, Келисет. Милик его не идут бить. Они по-любому будут бить либо Валанара, либо Талдарам. Хотя он сразу активный, блядь, а сфер нема, как его хуярить. Ладно, погнали. Короче, сейчас посмотрим. На ком... Кстати, он да, ХП-то если будет... Келисет будет активен, то нам будет прожать этот протопал. Рейндж набрали, не вижу рейнджа. Милики, давайте к стене летать. Если что, не выходить ничего на лестницу. Листы, ханты, все бы могли кинетику сливать. Рост, наверное, скула, да не. Рубейте. Блять, Аркон, почему ты стоишь возле меня? Рейндж все набрали. Вей по команде Сакру дашь. Рейндж набрали. Блять, пакт еще не стоило и отвлекаться на тебя. Страшного. Фуга, выбегай с рейда, на тебе кружок. Опять раньше набирай вихрь. Да, бегите. Не стоило и отвлекаться. Мы не готовы, ебаный урод. Начинаем представление. Так, Кель идет. Видите, пока Кель. Фир какой-то пошел. Он фир пошел, блядь. Фир его же офигенно. Не, пацаны, вот это реальный анбаф. Хардмод. Короче, вихрь не сильно бьет. Знаете, кто сильно бьет? Фога. Хилы не тащат просто, и вы не умеете сбегаться с пактом. Так, давай посмотрим исцеление. Да тут все не тащат. Джулиан вообще 887 поглощения. Да уж. Я не знаю, я теперь сам недоволен.
Да ладно, чё так? Блин, я впервые за сколько лет вижу это все. Чё ты? Тебе ещё сейчас ГП дадут, знаешь, как недоволен был? Так, думать. Дай ему похуй с ГП. Тут как бы реально, типа, рейндж держать охуенно, блядь. Короче, тут суть в том, чтобы сначала подождать взрыва этого могущественного вихря, а потом как можно быстрее сбегаться. То есть, если вы должны внимательно следить за анонсом ДБМ, либо за РЛом, если на вас идет пакт и одновременно кидается вихрь, вы не сбегаетесь друг к другу, ждете, пока вихрь пропадет. Пекайся, Джулиан, этого. ТП. Хилов не хватает, походу. Хилов, да. Мозгов не хватает у вас. Интересно, у тебя есть в холипале сакра? Полезный игрок. Может, мне протопало и сакра будет вторая? Давай, ты в протопало, а тщеславие в АДК. Будет баф к пристам и две сакры. ДБМ, ДБМ не настроен, короче. Нифига не видно, какие ники. Надо смотреть правую часть этого экрана с дебафом. И вы этого не умеете делать. Поэтому будет очень сложно. Анонсить я так не могу. Просто наугад там какие-то ники сказать. Во сколько это говно запустили? Поверь, я здесь не буду сидеть сейчас. Я просто распущу рейд. Пошли лучше реально через Синдру. Не, мы уже не пойдем на Синдру. Подожди, а как ее сбросить? Ее нельзя сбросить или? А зачем ты сейчас это спрашиваешь? Ты же не спрашивал? Потому что я впервые это вижу. Можешь же не спрашивать это, зачем ты это спрашиваешь? Пафы теряется, это рыба, подходи. Искон сбросит. Может это так? Выспимся завтра. Друбахните. Здесь надо правильно занимать позицию. Лапку. Давайте кто сдохнет. Тут террорайпа вылетел. Джерин, хочешь зайти на хила какого-то? Я хочу. На приста. Джерин, можешь шершамы пойти, если хочешь, или хапалом с сакрой. Ладно, заходи кем хочешь, просто салом. Пока сатерары. Сколько хп у босса было, не заметил? 38 лямов. Это босс на выживаемость. Не знаю, правда, есть у него берса. Посмотрите, какая смена цели идет, если он на килесета получается, и Талдорама, и Валанара. ХП пропадает, получается? Два активных. Да нет, у людей не одно, а потом на него происходит все их ХП. Мне кажется, вот когда вихрь идет, чтобы нужно, чтобы милики разделились, половина била Талдорам, половина Валанара. И тогда вихрь он не убьет, ну типа он пол ХП снесет край. И если правильно поделиться. А если все будут, например, Талдорама бить, то их просто убьет. А так не надо и разбегаться. И типа просто стоишь и бьешь. Потом просто сбежишься обратно в босса. Кого бил? Ну типа поделить всех милик. Да, да, да. Ну типа вторая группа. Когда Келесет и Валанар активны, тогда как? Смотрите, я не знаю, сколько вот у нас миликов. Сейчас, ну грубо представим, там 8 человек. Там четверо на Талдорама, четверо на Валанара.
Ну да, и... кидается шар от Алдорама Мелизона, мелики все умирают. Хорошая идея. Когда шар будет кидаться, там уже по таймерам видно. Шары все. Класс, да. Я сейчас заметил на первом трое, как все по таймеру играли у нас, да? Сейчас не будет? Нет. 25 человек там. Джерианов, например. И бобов. Да и он в нас пятерых уже не взорвется, он разрядится там. Потом только взорвется. Так, ладно, погнали. Я какого? Конечно, где? Давай ты звезду, Моровинд кружок. Вообще-то поклевать можно, если что. Ну сводите мобов вместе, посмотрим. Даже ХХП не слышно. Так, Джулиан, дай антифир на Пепчева. Ну, что такое? Ну, ты классно соблюдаешь тактику, ты помог сейчас рейду, молодец. Толку от тебя ноль. Не надо никого. Рейндж набрать. Бей сакру. Падаем. Че, поклевали? Поделить надо, Олег. Серьезно. Давай попробуем. Я отвечаю, нормальная тактика. Последний трай, наверное. Пусть вары бьют Валанара, а мы остальные все милики, они будут бить этого Талдорама. Если инста обновить, ничего не поменять? Ну не обновишь уже. Ну не обновишь. Питеры, админы, блядь, говно какое-то сделали, заебал. Нет. Ты что, тебя заставляли запускать? Меня нет, блядь, я не запускал. Да я запускал. В чем здесь админ? Хуйню сделали, сука. Даже не отключили, блядь. Бывает, ты держишь макро на первом. Хрен знает, мне кажется, этот как-то более реальный, чем Тухлик тогда был. Да, здесь игра на... Тут надо не бегать с пактом, сбегать. И кто-нибудь убил вообще из гильдии? Интересно это все. Десятки. Да, Альянс. Че в Альянсе, что за гильдия есть? Глипов. Джирин, а что ты про рейндж от босса говорил? Че бы не убивало, типа. Там друг другу рейндж, сколько там, 12, да? Я же говорил, что рейндж друг друга держали. Я не про босса рейндж говорю. Конечно, надо, да. А кто его будет держать, им похуй. Смотришь, ну вот я отдам сакру, да, но будет второй. Бля, если Альянс убил, значит 25 типов как-то держали раньше. Блять, босса запустили. Эти боссы. Так, я не мог заменить. Уничтожьте наших врагов. Кто запустил? Президент. Походу я. Подождите, дайте я умру, уйдите. Все, нормален, сейчас прибегу. Я тут тоже выйдеть можно, оказывается. О, заметил, пошли на ладу. Хипотс, принц. Значит, разводите боссов сейчас. Эти по ХП, по Ланара, там, Драма, там, Рот, Лива. Идет вихрь, мы разбегаемся. У нас падает время вихря, мы разбегаемся.
Походу должна быть тактика, как на это, на кель, в НВК. Лужа к стене? Люди, да, к стене. Люди, на которых вешается пакт, они не должны еще пострадать от вихря. Самое главное, пока он не захит. Добы готов. А вихрь это какой дамаг? От тьмы, да, или что? Чтобы мастер можно было прожимать. Физически. Кто кому какие кидает эти? Щит земли. Ладно, погнали. Эй, кому мне кидать орехи? Меня. Ну, хочешь, ну. Ты что, одолели нас? Сможешь вообще? Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь... Жоп, бьем сейчас. Ага, на пульте там. Останьте, братья, и уничтожьте наших врагов. Сейчас бей сакру дашь. Сакру давай быстро. Быстро давай. Шар пошел. Гаемся с пакт. Это был шар. Ой, давай сакру. Так я давал. Вой, это не вой. Нас прям лужа откинуло. Да, это пиздец. Вам это не светит, нахуй. Просто вся вторая платина. Все, сука, ноги-то умирают. Там увеличивается дамаг, если не ошибаюсь. Чем больше людей рядом с тобой стоит, тем больше дамаг. Вот вся каждая платина будет усилена. Не для вашего мозга. Это как Джерри он говорит на Элидане, нахуй, на БК. Там вас точно нельзя говорить. Давай еще разок. Ну как, они по КД вторая пати дохнут. Мелики, бьете Талдорама. Если на нем есть хп, КД в это время сливает Волонара. Если хп меняется, допустим, СП на Келе, то РДД бьют Келе. Милики бьют либо Талдрама, либо Волна. Я не понял, как я с Джулианом умер. Понял, что ты... От стаков, походу, умер. Нет, там, по-моему, шар был, когда откинул. Не, я от стаков начну. Да, за шаром тоже следите, кстати. Там капец, он здоровый, прям вылетает. И до конца еще летит он. Шар кого-то убил, точно я видел. Он тебе 39 не считает, шар. Меня. Шар пламень. Как он вообще вылез, как он был до меня с скоростью? При том, что я не один там стоял. Потому что в Талдорама били только я, Войт и еще кто-то. Нас был трое, он получается нас троих разряжается, и толком не успевает разрядиться. А если все милики будут бить Талдорама, он разрядится в миликах и на РДД не убьет. Поэтому лучше бить Талдорама. А Волонар типа, ну ничего не будет, он танк не убьет. Но он не полетит в танка просто, не должен. Вихрь не сможет. Если мы будем бить Талдорама милики, а Волонар будет танчиться в другом месте, нас вихрь будет откидывать? Будет. Он же на всех игроков действует. Просто когда будет вихрь, надо будет реально разбегаться всем. А если в Талдорама все не сбегутся, то огонь всех убьет. Ну типа, он разрядится в кого-то, потом убьет, скорее всего, РДДшников. Поэтому в любом случае, я так понял, надо в Талдораме стоять.
для того, чтобы урон снижался на 10%. На каждом вихре могущества. Понял, Валанара надо тоже отдельно держать, как Келесета. И все нормально будет. Да, кстати. Давайте так попробуем. Романы, ставьте тотемы Лира. Нет, подожди. Пара мне кидай. Пара не надо. Кто нежить? Есть еще? Моровин, ты нежить? Тут 4 шамана остается. Эллен женщин. Воскресенье кинь. Если вы будете бить босса, то отгуливайте, либо дайте время, блять, потому что вы сдохнете с пола сейчас. Так, будет, ты кружок танчишь, верно? У него на пуль звездочку танчит Моровин, прожмешь руническое оружие и на пол, наверное, не хватится. Милики бьют звездочку Телдарам, РДД, Валанара. Если ХП на Келе идет, Валанара или Сталдарама, РДД бьют Келе. Милики свитчат Валанара. Валанара идет. Сталдарама. Я хуй знаю, я не помню, я спокойно уже. Будет ты кружок. Транга готов. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Конечно, брат. Забери Талдраму. Ранг разве? Бей Сакру. Вар бегает ему поебать вообще. Там порезал всех. Так, лысый пенек, выбегай с рейда. Ой, давай Сакру. Основная проблема — это шар, да? Блять, раскройте мне глаза, сука, и сбегите с этим пактом. Сейчас будет антифир. Пить просто антифир изденс. Спелю опять, сбегайте с пактом. Отведи босса от вихря. Разул, выйди с рейда мед. Тотемы на ману ставим, поедим. Жаркое пламя Фоги. Фога, убегай с рейда. Альпич, гимн отхил. Я не могу дать гимн, я сердце подбиваю один. Раньше не забывай. Чаров не будет, да, сейчас, значит? Давай, Роз, давай. Пактом сдвигайтесь. Минис Мэйли, сука, набрал много стаков. Транга встанешь? 24 ляма. Генетики. Да, реально, ладно, падаем. Так, теперь. Мне кажется, можно убить? Спокойно. Да не можно. Да можно, нормально сейчас разобрали же мы, чё ты? Сейчас рейд 1, 2, 3 и убьём меня, серьёзно. Половину рейда надо мне менять. Очков менять надо, чё? Или ГП дай? Надеюсь, спортфейм. Я когда рейд забирал, он говорил, на 2 часа идти только 3 кнопки жать.
Ну я же говорил, что я какой-то дебил. Не ту кнопку нажал. Да, три кнопки надо. Смотрите, мы же разобрались сейчас, что к чему. Почему бы не попробовать, да, блин, еще раз? Нихуя никто не будет попробовать. Ну я попробовал, пацаны. Молодец. Хотя у меня 4 ночи. Спасибо за твое внимание. Мнение. Короче, вы не трайхарды, да? Так, еще 4. Ну что, налет? Нет, идем еще один раз. Давай его это. Значит, по кинетике понятно, да? Ты приступил. По сакре тоже понятно, да? На вихре по очереди. Лужа не критично. Пакты не критично. Основной урон идет от шара. Внимательно смотрите на ком шаре, отбегайте от всего рейда. Если на мелике, еще дальше отбегайте. Не будете отбегать от шара, мы не убьем этого босса. Альпич, принимай. Три ауры на тьму поставьте и прожимайте мастер. Да, этот босс легче, чем раз не набирайте еще стаки бафов. Нелли набрал 18, сука, стаков. Или Нелли, ты слышишь, чем ты набираешь 18 стаков? Поставьте кто-нибудь ауру тьмы. Прям сразу рейндж. РДД, встаньте лучше вот здесь, блядь. Возле Келя и Валанара. Талдрама вы все равно не будете бить, блядь. Гами, думайте хоть немного. Гилы стоят где-то по центру, где... Положение тоже. Ну вот, один даун умер. Давай, рост. Какого хуя меня вообще пришел и ударил Валанара? Блять, это не важно уже. Блять, и с пактом теперь. Генетическая бомба на похе. Минус один пока. Иди за своими стаками. Вернигар, выбегай с рейда. Вихрь, набрали рейндж, войд сакру. Фактом будете сбегаться? Опять рейндж набрали, хп на Келе и на Талдораме. Кинетику подбиваем, сейчас будет.
Талон, метка. Вихрь. Да, тут ваншотает у нас по стаке. А, вихрь не работает, когда. Волонара нет, походу, вихря нет. Сейчас, а сейчас, значит, шаров не будет. Бена в Волонаре. Брали все. Такра, если есть. Нету. О, чувствую. Все же, сбежали с пактом, ждите, пока пропадет дебаф. Ферьте, ферьте рейд, присты, кто может. Баф. Да не, ну... Вы нихуя не смотрите. ПМ. Падайте от вихря. Баф. Вас стрелям отдавили. Нет, просто раз просто много. Так и набираете, набираете. Тыкать каждый может, это я вообще нахуй, они так сделали. Лучше бы квест какой-то был, блять, чтоб там ноги снять нахуй, штаны снять, аксессуары снять. Лучше бы сделали, чтобы мог запускать только РЛ. Ну да, тоже правильно. Это нереально убить, блять, там, сука, нахуй. Да. Всем спасибо за время. Надо тактику, блядь, четко. Это реально убить, только ну, не мне в час кажется, ночи, что реально. Половину людей там уже 2-3 часа ночи, они просто у них голова уже не думает. Вот это как, кстати, нормальная вполне эпохалка, а не тупая, как Войт говорит. Мне интересно, даже да? Даже ЕП не будет, да? Нормально рыбу брать? ЕП дали по 500. И что, и зачем это? Мне. Да мы дали, дали. Мы соберемся в следующий раз, завтра, например. А, ну, теперь тебе надо перезайти на кого-то. Мне на кого не кидайте. Никто эту хуйню собирать не будет. Потому что просто там... в час ночи реально это пиздец. Там, там падает корм на питомца. Сутки, блядь, из этого. Хуйня какая-то падает. Приди на кого-то там тебе. Сейчас я зайду. Пусть точно скажет, я начислю или какая разница. Ну, на мага, например. А если... Например, рейд станет по кругу, типа, по кругу и РД станут подальше, например, а останутся еще место, чтобы могли милики разбегаться. И если боссов держать в середине, ну хотя нет, шар как будет разлетаться, шар тогда убьет кого-нибудь. Как бывает совет на геле, типа, это геле, да?